Так, продолжаем проходить Вайшир. Набрали тут кучу квестов и пойдемте их все делать. Так, у нас на что вообще квесты? Пленных солдат освободить? Нарпа убивать? А, кораблик, что стоим? А что, не атаковал? Я же это... Где-то так, все такое, что-то ему он протупил. Забыл то, что ему атаковать надо. Так, Накс, убить, спасти пленных и... А, и водоросли собирать, точно. Мурлок? Стоп, Мурлок. Откуда здесь Мурлок взялся? А, Мурлок, кстати, нам нужен по... Квесту водоросли, что ли? Сеточку нас поймал. Это другой сагрился? Или это этот же? Нет, этот же завопил. Мурлоки, кстати, да. Внезапно. Ну вон, он пошел в атаку. Че он в прошлый раз не пошел? О нет, опять эта штука еще кого-то дьявола сагрила. Блин, что я не могу? Там 3% не может сместись. Жесть просто. Меня, блин, пробили. Так. Да, блин. Блин, наг тут реально много. Хочется какую-нибудь эту. Хочется пленных найти, на самом деле, чтобы квест с пленами делался. Я пока не понимаю, как они вообще выглядят. А, ой, клетка, да, или нет? Он похож на какой-то шар с клеткой. Да, вот это похоже на шар с клеткой. Надо подплыть поближе, посмотреть, что там. Хранительница жемчуга. А, давайте от этих поизбавляемся. Чтобы подплыть поближе, посмотреть. Не знаю, короче, хочется больше кнопок, на самом деле. А, что-то не хватает. Да, на эти шарики. Опачки, рарник. Кстати, по-моему, единственный рарник в этой части локации. И мы его нашли, походу. А, так это... Нет, это леди Лала какая-то. Некая леди Лала. И опять хп нет. Ну что, блин, как жить на этом охотнике? Так, а мы освободили? Так, а где? А, там, кстати, еще квесты вижу. А, вот вижу. Вот это сначала убьем. Я, кстати, вот задумался о том, какой бы класс под водой себя хорошо чувствовал, да? Потому что охотникам стрелять такое себе. Как бы порох, мокнет, все такое. Мне кажется, стрельба под водой невозможна слегка. Ну, воем своим топором махать, наверное, тоже такое себе. Так, зов сирены какой-то. Это в игре музыка? Реально в игре было? Но я не знаю, что мне там на фоне могло заиграть. Эти квест вижу. Это было немного неожиданно, если реально в игре. Ну, может быть, из-за того, что она не просто такая Лала называется. По-моему, музыкальная нага, все в порядке. Музыка под водой тоже в порядке. О, нет, что так токсично-то? Найди и обезвредить. Оружие НАК, осматривая загоны НАК, вы видите десятки одинаковых стратегических расположенных стоек с трезубцами. Уничтожив это оружие, можно сорвать коварные планы врага. Окей, еще один квест. Музыка под водой. Это вот как я говорю там, какой класс может под водой себя хорошо чувствовать. А как себя музыка под водой может хорошо чувствовать, интересно. Слышите музыку под водой. Я не уверен, как звук под водой распространяется. Также вот я все, блин, пытаюсь перейти к теме того, что этот класс под водой хорошо себя чувствует. Но это воины всякие и прочие милишники, наверное, плохо будет, потому что махать под водой тоже такое себе. Быстро топором не взмахнешь. Или кинжальчиком каким-нибудь. Хотя, наверное, можно. Чисто каким-то... Да нет, не знаю, мне кажется, все равно тяжело будет атаковать. Прям, чтоб полноценно. Маги, вот маги, интересно, как под водой летает. Считаю, что маги не существует в реальном мире, не особо понятно как-то аналог провести. Так, пленных солдат, блин, пленных солдат вообще не вижу. Их про... А, ну прямо здесь было, я что-то его заигнорил.
А там еще есть друиды. Друиды тоже полумаги. У друидов есть, кстати... А, у друидов, кстати, есть удобный этот. Форма животного. Они могут этим быть. А, подводной форме. Но они не могут атаковать в подводной форме. У них эта форма, она походная считается. Походной форме друиды не атакуют. Кто еще есть прикольный? Так, будет что будет, это мы что сделали? Когда эти пленных поштаю, пока я опять не забыл про них. Оружие, кстати, тоже надо теперь собирать. Новый квест на оружие. Так, эти плывут вверх. Кстати, вон там мы тоже сделаем. Пока не хочу брать новый, который выпал квест. Добьем тут все. Так. Ну, в принципе, охотник с каким-нибудь арбалетом реально, мне кажется, тоже бы смотрелся. Ой, блин, я сагрил случайно. А где он был вообще? Там он где-нибудь за стенкой там находится. Случайно, блин, нажалось вместо этого на этого. Так. Сколько нам не хватает? Они, кстати, проплывают, и тут просто потолок, как они... Они сквозь потолок или... А, они плывают потолок, жесть. Это технологии. Так, вот что будет. А, воды, прилегающие к загонам, обогрены кровью, нак. А Рэндалл будет гордиться вами. Последний дозор. А, образ Эру Нака возникает в вашем сознании. Хорошая работа, Эш, но многое еще предстоит сделать. Прежде чем уйти, нужно напоследок учинить здесь изрядный погром. Разыщи предводителя Нака и покарай за все его злодеяния. Угу. А, это прямо здесь? Погодите, мы его только что убили. Нет, это не здесь, это немного в другом месте. Давайте вот это убьем. В принципе, еще нужны эти. А что мы с них собираем, кстати? Или мы просто их убиваем? А, нет, мы с них водоросли собираем. А, где-то здесь нужны нам чел. Страж Зин Жатара. Не вижу. Сверху нету, снизу вроде тоже нету. Так, у нас еще какой-то квест. У нас плен еще один недоспасен. Давайте доспасем пока пленного, наверное. А, и пушки у нас не собраны, оружие. 2 из 6. Прям совсем не собрано. Так, 3 из 6. Здесь нет никого? Оружия вижу здесь. Блин, там слева много наг. Но они вроде далеко. Оружия у них нету? Есть, кстати, там вижу. Да нет, морлок, отстань. И пленного вижу. Я, возможно, кстати, случайно реально мог убить этого предводителя, их не заметив. Потому что, блин, ну под водой очень тяжело ориентироваться, прямо теряешься. Сагрили все-таки кого-то. Чуть меня, по-моему, заряды кто-то делал. У меня, по-моему, было 2 заряда. Должен был появиться теоретически 3-й, а в итоге стало вообще 1. Так, оружия здесь не вижу. Ну, нет, нет. Блин, ну тут как бы такое объемное пространство, надо ориентироваться. Надо и сверху смотреть, чтобы никого не сагрить, и снизу, и слева, справа. Как бы когда по земле бегаешь, у тебя только 2 этих направления. X, Y, а здесь еще Z появляется. Опять меня бьют вместе с крабом. Ох, Лена. Так, чел не появился. Либо он где-то, может, там что-то заюзать надо. Или он где-то сверху. Нам нужен страж. Это он. А что он там делал? Погодите. А, стоп, он на суше. А, тут не суша. Тут... Погодите, нам же этот нужен. А, нет, нам вот этот нужен. А чем этот от этого отличается? Это страж, а это страж... А, это страж Аджакир. А, нам именной нужен. Ведь просто безымянный, все, я понял. На карте, кстати, вообще не там отображается. То есть вот здесь вот он находится, а карта показывает здесь его. Это, нет, это да, это по этому квесту, блин. Найс, конечно, отображение эти, я не знаю. Ну что, блин, в чем проблема была сделать нормальное отображение? Так, найти обезвредить. Вы уверены, что ваше нападение на арсенал Нак негативно отразилось на их боеспособности? Окей, все, видимо. Пойдемте сдавать.
Здравствуй. Декомпрессия. Будем надеяться, что освобожденные бойцы теперь в безопасности. Награда за твою доблесть, прошу тебя принять этот дар. Длинный лук со встроенным камнем дыхания. Нифига себе. И где он встроен? По-моему, обычный лук. Никаких камней дыхания не вижу. До встречи. Так. А, последний дозор. А, ну что ж, мы хорошенько попортили жизнь этим нагом. Мне пора отправляться в путь. Так, давайте еще один перестадим. Так, раб, ну-ка слезь человека. Ой, что со мной? Ты набрала для меня немного водорослей, охотница? Стебель растения завораживает сиящей мозаикой узора. Да, да, это то, что нужно. Возможно, мне удастся постепенно снизить потребление водорослей, чтобы уменьшить побочный эффект. Спасибо, Эш. Ступай с честью. Четвертая глава. А, погодите. А, надо вторая, контрабандисты, жемчужная ферма. Окей, 4 из 10. Здравствуй. Так, это, видимо, к следующему. Приступаем через пропасть. Не дайте. А чтобы узнать о замыслах Наг, нам придется углубиться еще дальше в Вайшир. А, отправиться в бездну кромешной тьмы, глубокую расщелину на западной границе леса Келптар. За ней ты увидишь вход в грот затуманенного света, окруженный буйной растительностью. От входа в пещеру до поверхности не близкий путь, но там находится пара моих друзей. Они тебе помогут. Сохраняй. Куда нас отправили? А мы до сих пор в этой локации, или нас уже в следующей отправили? Мы сверху, кстати, вообще ничего не делали, да? Хочется эту карту все-таки пооткрывать. Так, а также это поменял обратно на своего этого морского конька. Все-таки я хочу, наверное, на нем поплавать. Конечно, прикольно вот этого нового получить. Ну, и своего обкатать хочется тоже. Так. Ну, в целом, как бы по этой локации на том покатались, в этой части локации будем на новом кататься. Интересно, а вниз как-то можно проплыть? Достаточно глубоко. Блин, так интересно, что будет, если мы вниз доплывем. Так, не хочется проверять. Так, только это туннель пещера. Нам в нее? Видимо, да. Ну, поплыли. Не особо уверен, куда тут еще можно плыть. А как прямо здесь показывается? Наверное, надо выплыть. А. О, нам показывал на вход в пещеру, что ли? Изначально. О, это мы в... Стоп, куда мы приплыли? А, это так плохо показано. Ты здесь... Окей, понял. А, это, кстати, возможно, не открытая область. Хотя нет, скорее всего, да, это закрытая область. Мы там почему-то не побывали. Может, сплаваем туда? Просто чтобы... Эй, я хочу все-таки сплавать сюда. Во-первых, ради разведки. Смотреть, что здесь и как. Во-вторых, может быть, здесь квесты какие-нибудь есть? Возможно, здесь какие-нибудь ордынские домики. Что у нас тут как бы идет разделение Альянса Орды. Как бы в этом месте мы воюем. Как бы на горе Хиджал вроде не было вражды, да? А здесь как будто бы она присутствует. Хотя, может, и на горе Хиджал она была. Так, ну, область мы открытие. Судьба Легиона. Ну, тут ордынские кораблики чисто. Походу, реально здесь квесты Орды какие-то. Интересно, как сильно разнятся, если они реально тут есть. А, ну тут, наверное, старты вот эти цепочки. То есть у нас там где-то альянсовские корабли типа потонули вот здесь вот, да? А в этой части ордынские. Да, вот синенькие кораблики. Вот здесь мы стартовали как раз-таки. А что у нас парусов нету альянсовских? Точно? А, потому что мы на кораблях не своих плыли, а наемников? А, типа у Орды какие-то свои тут эти? А, интересно. Реально, ни одного паруса нету. Ну ладно. Так, давайте возвращаться. Окей, продолжаем плыть по этой пещере. Так, ну я чувствую, мы на поверхность выйдем, да? Да. Так, здесь чел тусит. Что делаем? Тут вообще-то Урен, служитель земли. Ага, ага. Так, предсказатель Гадра. Чего ты хочешь? Через пропасть. Привет, дружище. Веду тебя внушительнее, чем у большинства путников. Располагайся, чувствую себя как дома. Блин, ну в какой-то пещере под водой чувствую себя как дома. Бывай, не болей. А смутная угроза. Чуешь, как бушуют стихии? Они желали поглотить нас и уничтожить с того самого момента, как мы сюда явились. Хорошо бы их успокоить, но для этого надо понять, что же их так заволновало. Иди присядь у костра, обрати взгляд на пламя, позволь духу увидеть истинную угрозу. До встречи. Может, их кальмар беспокоит? Очисти разум, готовься к погружению в пламя. Так, можно я не хочу погружаться в пламя?
Крабик, смотри, там не поджаришься. То будем есть на ужин крабовое мясо. Элементали в ярости, наги, это тут точно не просто так. Этим тварям чего-то надо. Я присоединяюсь к тебе в твоем видении, предсказатель. До скорого. Я не стремлю куда-то вдаль. Так, и что это? Так, этот разлом ведет в царство воды. Правит им Нептулон, хозяин приливов. А наги действуют заодно с сумеречным культом, и это плод их совместных усилий. Опять сумеречный молот, и здесь он. Подходы везде будет, да? Паршивая перспектива, и самое противное, без подкрепления тут ничего не сделать. Сумеречные воители. Скажи, когда будешь готов вернуться в реальный мир. Так, а обрыв надо бездный, да, это у нас? Ага, 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 это где-то в этой же локации. Смутная угроза. Мы все знали о нагах, но никто не подозревал, что под водой действует некий культ сумеречного молота. Вот и они оскверняют стихии. Чтобы в Вайшир вернулся мир и покой, придется сражаться с ними обоими. А у нас на это не хватает бойцов. Идем, охотница, у нас много дел. О, что случилось? Эти... Кто-то напал. Найти напали, всех перебили. Ты кто вообще? Отошли, блин, в себя на секунду, загнанный в угол. Наги наступают, охотница, помоги нам отбиться. До скорого. Атака наг отбита. Так, убита на нападающих наг 75. Окей. О, это кто? А, это наш, хранитель земли. Волностраж. А, меня какой-то пузырь хватили, хелп. Сбил ему каст. Помогайте. Ой, элементали земли помогают. Все. Кость них лут падает. Жесть, неожиданно с ним. Это что такое? Сесуар выпал. Обязывающее обещание. Повышает вероятность уклонения. Ага. Можем эквипнуть, но мы в бою не можем эквипнуть. Знаете, ну-ка, вот так вот. Хоп, притворились мертвыми, эквипнули. Вышли из боя. Точнее, наоборот, вошли обратно в бой. Так, ну 20-50. Атака прям такая, огромная. Мелко ее хрен назовешь. Нападает и нападает. Так, добиваю, добиваю. Не даю ему ничего. Что они, интересно, своим кастом пытаются сделать? Ничего, это все. Блин, без концентрации тяжело. Стрелять нечем особо. Еще что-то выпало? Блин, вместо фарма чисто всяких этих предметов. Як. И это, можно сказать, половину только отбили. Больше. О, у нашего крабика перво какой-то есть. По-моему, он, или он всегда был. А, может он под водой просто не работал? Концентрации очень мало. Не знаю, вот эту штуку что ли взять? Надо какие-то уже новые кнопочки заиметь. Так. Ну что, 8 осталось. 7. Последняя волна. Так, добивай, добивай, сейчас убьем. Никого не дадим задушить. А, кстати, это, да, эту штуку на ходу еще можно взять. Удобно. Так. Жесть, ну вот это прям нападение. Вот это прям чувствуется, что реально нас кто-то напал. Они вот всякие вот эти моменты, когда пару челов отбили, все на этом. Порабощены? Так, нет, кстати, у него нет. Посовешьте, у него КП меньше, так. 80, она не срабатывает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет-нет-нет-нет, щит, черепах, я черепаха. Все в порядке, я жив. У меня панцирь. А вы что, панцирь не нажали? Или у вас его нету? Ну, что-то немногие выжили, да? Или их чем-то другим убило? Как поживаешь? А, хорошо, что ты была с нами. А то ж, кажется, собрался за ними гнаться. Ступай, помоги ему. Увидимся.
Че, мы в пару человек пойдем? Ош. Мир тебе, погоня. Друг. Это Урен? Что он как-то странно выглядит. Ну, по-моему, в этом Нарцколе были похожи, это Урены. Но они были только у Орды. Я вот за Орду не играл. Их не встречал особо. Так, они поступают. А, отступают. Эти те самые наги, которые напали на наши корабли и забрали наших друзей. Нельзя дать ему уйти. Возьмите копья и догони врагов на своем морском коньке. Не слезай с него, просто убей как можно больше наг. Копьем. А я постараюсь догнать повелителя глубин. Встретимся на дальнем краю рифа, когда закончишь. Угу. Да хранит тебя. Наги выбрались вон из того туннеля. Не давай им пощады, охотницам. Все, даже пальцем показал откуда. Так, ну что, мы можем на своем собственном это же делать, да? Там все не прописали то, что они без разницы на ком. Так, пронзает уплывающего подводного ловчего. А, можно использовать на транспорте, неважно на ком, да? Наверное, проще сюда куда-нибудь поместить. Блин, я до сих пор две кнопки нечем занять. Ой, красота. Подводный мир. А кого убивать? О, здесь тоже китовый плавает. Он что-то отсюда, наверное, не такой большой кажется. Так, а где все-то? Тут что-то никого не осталось. Они где-то в глубину уплыли. Что-то я вообще никого не вижу. А, вот же они. Не в того метнул, ну ладно. Нате вам. Як. 20 надо убить, 6. Где мне столько взять? Они все таким этим строим. Может, нам их встречать, слушайте? По-моему, да. Лучше не гнаться за ними, а вот здесь встать и встречать их. Там промахиваемся или что? Так. Вот там кидаешь, вот перед нами прямо плывут. У 17 уже же этим быстро набили. 20-ка. Так, а куда-то сюда надо сдавать? Откуда мы знаем, где сдавать надо? Жесть, плавает тут. Чудовище. Она точно акула? Может, это просто реально кит огромный? О, это самая штука, которую мы видели, да? Похоже на огромную черепаху, типа ее панцирь. Вот здесь мордочка торчит, это лапки. Какие-то щупальца в нее вставлены. Так, ну штука, я надеюсь, френдли. А такая огромная, зачем ей гоняться за всякой мелочью? В виде нас. Так, вижу нашего чела. Не знаю, как он здесь оказался. Точнее, как мы догадались, что он здесь оказался. Блин, так непривычно, да, что мы можем плавать, и то, что можно спокойно встать над обрывом, и мы не упадем. Так, ловко сработано, впечатляет. Повелитель глубин скрылся нигде, его не видно. А ведь он ключ к спасению наших друзей. Да я его найду, он не сможет спрятаться вечным. Мы еще встретимся. А пещера с серебряной волны. Большинство служителей земли, спасшихся от врагов на лодках, прячется в пещерах неподалеку от рифа. Она находится между огромными скалами, к западу от Неспиры, гигантской раковины на горизонте. Нужно, чтобы ты отправилась туда и убедилась, что они в порядке. К тому же мы не знаем, сколько наг на них напало. А я постараюсь выследить повелителя глубин. Дам знать, когда найду его логово. Найдите Фелор, огненное кольцо. Ступай с миром. Найдите Фелору. Где-то там. С мамонта можно, кстати, не слезать было. Блин, ну жесть, конечно, мир. Но вообще не чувствуется, что это под водой на самом деле. То есть есть, конечно, всякая хрень, которая здесь летает. Такое небольшое искажение как будто бы присутствует. То есть если смотреть на точку, то есть она немного плавает, видно это. Рыбки плавают, да? Но так можно даже подумать, что это обычный мир, не подводный. Пузыриков, мне кажется, не хватает. Пузыриков как будто должно быть больше. Вот этого эффекта, да, когда пузырики идут наверх. Может быть, конечно, тогда же лучше. Мне кажется, с пузыриком тоже неплохо бы смотрелось. Так, а нам сюда... О, здесь еще... А как я это назвал? Плыветка? А... Опа, а здесь... Что у него за пушечки? А, блин, казалось, у него он с тотемами дерется. Вообще, часть это можно считать за тотемы. Реально. Кто-то ставит тотем, чтобы они что-то там делали, а кто-то ими по морде бьет.
Так, ну-ка, стой, блин, Филором. Общера Серебряной Волны. Добро пожаловать, рада тебя видеть. Очень мило, что ты пришла нас проведать. Мы в порядке. Разведчики Нака нас раскрыли, но ни одному из них не удалось донести до своих эту весть. Думаю, сейчас мы в безопасности. Прощай. А мне думалось, что мое первое путешествие в глубины океана будет мирным и познавательным. Что-то вроде единения с природой. Но в этом месте природа явно не гармонична. Те стихии, окружающие нас, вопиют о возмездии. Генеральная уборка. Возвращайся. Хищники за версту учуют запах мертвых наг. И тогда нам придется сражаться, чтобы просто войти или выйти из пещеры. Не поможешь мне прибраться? К югу отсюда, за обрывом, располагается теснина мерцающих глубин. Оттащить трупы Нак с восточного входа в теснину. Местные хищники разделаются с ними так быстро, что они даже не успеют опуститься на дно. Главное, держись подальше от акул. Особенно китовых. Ну, блин, по идее, эта огромная штука вообще плевать на нас должна быть. Ступай с честью. Так, убраны мертвых налетчиков. Великий Самбино. Главное, а если поплывешь дальше по каньону, окажи мне услугу. Проведай одного из наших новичков. Его зовут Сэм, но он наверняка представится более витиевато. По правде говоря, он слабо представляет себе, чем занимаются служители Земли, но старается как может. Поэтому мы держим его в блаженном неведении. Но не стоит слишком увлекаться его безумными идеями. Просто убедись, что с ним все в порядке, и сообщи мне. Так, видимо, какой-то квест дальше нам дали, да? Больше, да, больше похоже на какой-то еще квест. Ты что-нибудь скажешь? А здравствуй, воскресить. А, это питомцы, блин. Да свети тебя. Добро пожаловать, с припасами у нас, увы, не густо, но я помогу в тебе всем, чем смогу. Иди с миром. А, скользкая угроза. Удачи. А на тебя еще не нападали местные угри? Значит, все впереди. Этим злобным кровожадным тварям, похоже, все равно, кого кусать. Если ты собираешься в котловину, сделай милость, сократи их популяцию. Не все тут так экипированы, как ты, и одними царапинами мы от них не отделаемся. 5-12, мы их встречали в игре, они нас уже нападали. Мы уже познакомились с тем, что... Как настроение? А кто это получается? Нам кто квест? Это же мы сами себе квест дали, да? Это получается, мы так не сильно ненавидим угрей. Что считаем, что они буквально не всех ненавидят, даже они сами себя ненавидят. Так, дворфы громового молота всегда занимались шаманством, но отказаться в морской глубине, в кругу служителей земли. А год назад я бы поверил такому только после полудюжины кружек хорошего эля. А чё не так? Морская глубина в кругу служителей земли и... Не знаю, в плане каких-нибудь исследований почему бы и нет. Акцелитель земли Эдуард. Здравствуй. Аракуш Камания. Я изучаю улиток. Да, улиток. Когда смеешься, я перейду к делу. Мы смеемся, да? Давайте посмеемся. А как смех, по-моему, смеяться? Давайте еще раз. А я изучаю улиток. Да, улиток, когда ты смеешься, я перейду к делу. Думаю, ты уже заметил ту гигантскую ракушку на другой стороне рифа. В ней что-то есть. Я заметил несколько отверстий, через которые мои подопытные протискиваются туда и обратно. Полагаю, что с помощью улиток мы можем создать проход и для нас теоретически. Дверь, через которые мои подопытные протискиваются туда и обратно. Но... Создать проходы для нас, теоретически. Для нас, вот таких вот, да? То есть вот такие вот маленькие улитки. И такой вот Таурен. Может, он в душе улитка? Да, или может, он умеет превращаться, как друиды, в этих всяких кошек, оленей, он в улитку? Не знаю, если он в улитку не превратится, будем считать его безумцем. Так, что мы хотим? Блин, как много квестов надавали. Так, все действительно много. Не знаю, с чего начать. Но они все плюс-минус в одной области. Вот это что у нас? Убраны мертвых налетчиков. Короче, ладно.